Ну что ж, здравствуйте, приветствую, мы продолжаем с вами проходить Iron Man'а, да? Первого, мы с вами начали его проходить, посмотрели, что это за игра, в принципе, вроде как, да. Вот, у меня вроде она зашла, я сказал, окей, будем проходить, но потом чуть подзабросил, да, как и Сталкеры, и другие чуть игры. Связано с тем, что мы проходили с вами The Walking Dead, ссылка постоянно находится на получение The Walking Dead, да, там все 4 сезона, и плюс там первая ссылка будет в описании, да, будет ссылка на плейлист по упражнению Iron Man, да, вот, посмотрите с самого начала, почему нет. Вот, но так мы уже прошли это, да, с вами, Заходящих мертвецов-то. Вот, я решил, почему бы, ну, не продолжить проходить вот эти игры. То есть, не боже, да, забрасывать их, особенно, когда они мне понравились. Поэтому с вами продолжаем проходить Iron Man. Не знаю, мы, наверное, пройдем его очень быстро, потому что там не так много заданий, как я знаю. Но посмотрим. Поэтому, Саш, поудобнее надевать пледик, из этого прям кушать на чипичках 5 или 5 вот это прятал просмотр. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Уровень улучшения. Что это за улучшение вообще? Баллистика пока так. Перчатка. А броня. А, видимо, пока не открыто, да, с тобой? Ну ладно. Аудио. Наверное, вот так сделаю я чуть-чуть, да? Чтобы было получше, да, все-таки вот так ставим с вами. Так, это у нас включено. Ну что, в принципе, а что такое бонус? Его брони. Ага. Что я нажал? Что я нажал, блядь? Алло. 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 Без маски, блядь, что? Мстители. Ладно, хорошо. Я перезайду. Уровни, давай. Так, у нас с тобой сколько здесь? Смотри, сколько уровней. Ну, то есть, не так много, грубо говоря. Отражение какое-то, да? Ладно, let's go, чем? Конечно, Марк второй выбираем. Старт. Давай, let's go. О. Where have you been? Weekly steam shower with HR Pepper. You alright? Охуенно. Субтитры есть, пиздата. So, this is что, it? Это все? Yes, sir. Да, сэр. Место подтверждено. Не напавший на сталкер или срез здесь. Так, давай заново. О боже, блядь. Так, ну, ребят, тут, к сожалению, нет субтитров, поэтому посмотрим просто касценку, чем нет. Weekly steam shower with HR Pepper. Что случилось? Armed men attacking this building while you're off. You're making me nervous. We're bringing in contractors, Tony. Private military. Anybody. As many soldiers as we can get. No. Simple logic. We're gonna destroy our inventory. I'm sorry. What did you just say? Listen. They attacked us because they wanted the inventory stored here, so it's obvious. No more weapons. No more attacks. No, absolutely not. Opinion noted, Obi. But I am telling you, do it. Come on, Pepper. Tony, what's happened to you? Pepper, listen. I never should have made it out of that cave. Now I know what I have to do. I don't understand.
My life's work, everything I've built, countless lives ruined by my inventions. I have to destroy them. You can't do this alone. It's too much. I don't have a choice. Make sure Obi does what I told him. He'll need convincing. Блин, качество, конечно, прям шикарное. I have to go on a business trip. What trip? There's nothing on your calendar. Just came up. Pack me a bag, will you? Что-то, блядь, пиздец. Анимация прям шикарная, кстати, но... Так, что, это всё? Yes, да, сэр, миссия подтверждена. Люди, напавшие на Старк Индустрис, здесь. И несколько складов оружия, все технологии Старк. Cool. Да, сэр, делаем, что заработать на миллион кусков. Найдем их. Yes, sir. Да, сэр. Обнаружил три склада оружия, сэр. Отмечаю. Ну, сам лицей, да? Да. Уничтожь склады оружия, хорошо. Уничтожь склады оружия, не нанеся урон гражданским. Ну, как я так понимаю, по фильму, да, сделана короткая игра, такая мини-игра просто. Все оружие сейчас работают, сэр. Блять, чтобы. А, отсосал, блять. Ха-ха. Да куда ты, ёпта? Кощейте, он самонаводится еще. Ой-ой-ой-ой-ой, куда ты, ёпта? Лезешь. Да все, все, мальчик, успокойся. Так, шо тут? Куда? Sir, there are civilians in the area. I'll be careful. А, могу вроде ж бить, да? Ты забил гражданство. Как найти первый ящик, сэр? Технология Старк. Ну и тучу по-другому сделано. А я могу еще вот так еще... А, не-не-не. Это броня чисто. Это у нас чисто оружие будет. Бля, что за пиздец? Да все, покедово, блядь. А вот. Are you lost, sir? Of course not. Вот там идти-то, блядь. Что? Подожди, нам вот сюда, что ли, нужно спуститься, блядь, хочешь сказать? Я просто не понимаю чуть-чуть. А, да, все, прикинь. Sir, weapon performance analysis system now online. Бля, вообще, ну. More ammo. Может, ребята, пригодится. Да. Ну поехали, чё. Опа, бля. Что такое? Что такое? Что такое? Да все, все, мальчик, пока. Чего ты, блядь? Ох, добрый вечер, ребята. Шо, как у вас тут дела, нормально? Где еще? Ну, типа, прикольная игрушка, прикольно. Чисто так пофаниться можно.
Но, так я понимаю, она очень короткая по сюжету, да? Я правильно понимаю? Причем самое интересное, вот управлять... Чего, блядь? Кого там стреляешь? А где? Не понимаю, чуть-чуть. Подожди. А где? Ой, все, мальчик, давай. Не попадаешь, все, пока. More civilians detected in area, sir. I better be careful then. Прикольно, пофаниться можно. Вот это увидел гражданский, хорошо. Пофаниться можно, можно, но она короткая, как понимаю, по сюжету. Вообще очень короткая. Crate destroyed. One remaining. Импульс. Sir, more civilians. Got it. Посадил гражданских, хорошо. А, ему... а, похуй, типа, да? Да кого ты там, что ты делаешь, мальчик, успокойся. Прикольно, пофаниться можно, знаешь, типа так, чисто. Почему бы нет? Negative. Computer detected nearby, sir. Unable to interface from here. Пофаниться можно, но нужно ли? Да все, все, пока. Опа. No problem. By the time they realize I'm here, I'll be long gone. Можно просто их так пролетать и все, блять, даже с ними, ну, в схватку не входить. Прикольно, говорю, пофаниться, типа, почему бы нет, но так, чтобы на серьезке это проходить, хер его знает, честно. А чё это? О, серьезно? Прикинь, смотри. Так, а это? Ой, это могу оружие менять, не хватит, прикинь, у костюма есть разное оружие, не только и пульсоры. Интересно. Да что ты там? О, попал, да? Молодец. Говорю, пофаниться прикольно, ну реально, пофаниться прикольно, типа, знаешь, так, типа, посмотрел фильмы, особенно, наверное, в то время посмотрел фильм. Почему бы нет? Посмотрел фильмы, блять, но, бру, проходить это на серьезку, блин, я думаю, никто не проходил. Хотя, может, проходили на шестах для фанов, сделали, может быть. Почему нет? Почему нет, да, собственно? Казалось, это оружие Маджесса, транспорта все еще поблизости. Информацию, которую можешь и поздороваться с Маджио. Знаешь, да, сначала я думал, что Маджи просто продают еще парням оружие, но сейчас думаю, что они сотрудничали. О, блядь, I suggest staying clear. Oh, yeah, yeah, boy, it may have adverse effect on suit functionality. Поехали. Yeah, мразь. Сюда иди. Yeah, сюда иди. Ну и что мне делать? Просто он сражаться, типа босс такой был. Какой-то он странный, если честно. Оружие.
Что мне делать? Не... Ну, блядь, повернут ко мне жопу, курина. Что я сделаю здесь? Надо понять, что надо, ну, в ту херню стрельнуть, я правильно понимаю? Интересно сделали, ребята. Ну, давай, 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 давай. Ну, похуй, нет? А что мне... А что с этим делать, блядь? А, блядь. Я просто не пойму, что мне с этим делать, блядь. Типа, в чем прикол его? Ну смотри, на него встать я не могу. Вот вообще никак. То есть, хоть что сделай. О, видишь, не могу встать. Он меня отталкивает. Что мне нужно сделать? Херу пойми, блядь. Может, он в ту хуйню стрельнет? Да, пробуем этим, хорошо, блядь, что могу сделать. Сейчас он становится чуть-чуть. Нет. А что я сделаю, блядь? Я просто не пойму, что мне сделать нужно, блядь. Что мне здесь нужно сделать-то, блядь? Просто не понимаю чуть-чуть. А можно задание посмотреть, не знаю, опции. Вот, цели. Дредноут. А как мне уничтожить-то его, блядь? В этом-то весь и прикол, как мне уничтожить его. Даже у нас вот что-то есть, смотри. У нас что-то здесь есть. Lost, что, блядь? Lost, заблудились, сэр. На, подождем, что подождем. Угу. Давай попробуем так. Да ну похуй. Что мне с этим делать, блядь? Ну вот я по нему хуяю, что ему все равно вообще. То есть я несколько раз это делал, ему все равно было. Да уж, да уж, да уж. Ну ладно, ну ладно. Damn, I'm good. Sir, we have been spotted by US radar. They are scrambling jets now. I'm not going to fight US troops. Patch me through to their command center. Connection acquired. Roger that. Engage. Sir, missile lock detected. Evasive actions now. Hold your fire. I'm not an enemy. Charlie 20, come again. You did not read. I said stop. Ну что, он это делал быстрее вроде, ну ладно. Tony, is that you? What are you doing on this frequency? Brody, I'll explain everything. Just, you know, don't shoot at me, all right? Sir, pilot's parachute has failed to open. А, то сейчас смотри по-другому все. Не как в фильме. Хм, интересно. What's your blood alcohol level, Tony? What the hell are you doing? Call off your pilots. I'll explain later. Ну ладно. Чуть другу как-то по-другому, видишь, чуть сделал, нежели в этом.
нежели в фильме. Опа, улучшение, давай. Давай. А как мне поставить это? А как мне это поставить, блядь, теперь? Электроудар. А, вот я так понимаю, это просто костюм, да, нам показывает, что может, ладно. Mark 3, давай его. Let's go, чё. Да, вот прикольно будет, если мы за эту серию все пройдем, да, тут будет классно все. Tony? You shouldn't be in here. And you shouldn't be off risking your life. And how do you know what I've been doing? Tony, I know. You're gonna get yourself killed. Please stop it. Okay, I promise. I'll stop. I'll put my head in the sand, stick out my ass, and not think about what's going on around us. Что? Come on, Tony. You believed in me before. What's changed? I'm finally doing something worthwhile. I don't know what else to do. Tony, what in the hell were you doing out there? Тони, что за хуйня? Он такой, ну, все нормально, я просто делаю все. Так что уйди, пожалуйста, нахуй отсюда, блядь. Понял? Эй, ты что говоришь? Вообще-то просто разговаривали. Да не пиздец, ты вообще-то мы с тобой хотели, да, как бы в душ хотели пойти, нет, я уже сниму костюм как минимум, да, и сделаю то, что хотел как минимум, да, то есть, понимаешь меня, брат, понимаешь? Хорошо, ладно, будь твое, мы просто разговаривали, хорошо. Понял? Ладно. Сэр, что за хуйня? Это его костюм старый. Я нашел то, что сделает меня великим. Чисто моя озвучка, нормально. Че это такое? Что это что вообще? Итак, Роди, будешь твоим ведомым? Я не подпущу тебя к своим людям, вот что я сделаю. Хорошо, все равно я лучше работаю один. Где этот завод? Где-то под землей, его будет трудно найти в этом самуте. Трудно тебе, наверное. Сэр, мои инстинкты указывают машину, словно на плюсе и того ехать. Там с оружием, не уничтожаю его. А, не уничтожаю его, хорошо. Don't lose him, Tony. Only one chance. That's all I need. And who's holding down the company port while you're out there? Not my problem. I'm the idea guy. I let Steve handle the day-to-day. Мальчик, успокойся. You'll never change, Tony. Why should I? Sir, the truck is getting away. Куда он уходит? Вот я за ним, бля, ебашу. Sir, the truck is getting away. Да блять. О. Ну, кстати, хорошее задание, просто следовать за грузовиком, но это как бы, ну, банально, я считаю, нет? Просто, типа, ты, ну, сопровождаешь грузовик просто и все. Ну, типа, ок. Ну, типа, ок. Шит такое, блядь. Мальчик, ну, ты, кстати, в курсе, что ты, ну, отсосал сейчас? Моментально. Ну, что ты? На. Там, смотри, бамс, все. Кто? О, здравствуйте. Так, хорошо. Танк.
Чего, блин? Где он? А он. Бомбс. Шо, кто тут? Алло. Эй, мальчик. Я тут, наверное, э? Вертолет нужно еще. Я понял. Ну что ты? Да, серьезно. Ну, я к нему подошел. А, его надо охранять, типа, окей. Ну, сам по своему, видишь, там ебашит вообще он, блядь, нормально. На, ёпта. Ну, довольно скучно пока что, блядь, миссия. Просто продолжать грузовик, блядь. Ну, такое. Хотя какой-то 2001 год, да, вроде? А нет, это, наверное, 2003 год. Или 2004. 2003 или 2004. Я не помню, какой это год игры. Ну, блин. Даже в то время уже тогда, блядь, были лучшие игры намного, типа. Ну, в плане по сюжетке, да, и даже. Ну, не то, что. Транс по тому же уничтожили, блядь. Бред ебаный. Даже тогда, вроде как я знаю, не то что по графике за графику ничего не будут. По сюжету были получше игры, типа намного. Поинтереснее. Ну быстрее, мол, эту хуйню пропустить-то, блядь. Ну да, под землей где-то. Мы там найти в этом саму землю. Sir, my sensors indicate a weapons transport vehicle nearby, preparing to leave. Ага. Ну, добрался и... Ай. Что-то больно, если честно. Да где? Да, 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 все, сопроводить. Хорошо, мальчик, хорошо. Но видишь, они по нему даже не фигачат, как я понимаю. Они... Да, они по нему даже не фигачат. Not my problem. I'm the idea guy. I let suits like Stain handle the day-to-day. Что, бачка? Все хорошо у тебя. Хорошо, погнали вперед тогда быстро. Поехали. Грузовик уходит. Куда он уходит? Вон сзади меня едет. Ходит он куда-то. Что ты несешь, мальчик? Все хорошо у тебя. Sir, куда он уходит? Ты дурак, блядь! Да, я орирую, честно. Я орирую. Блять. Тихо, пусть проедут они. О, видишь, проехал, все. Он уходит, блядь. 70 метров, блядь, уходит. Я его не вижу, да, блядь? По-твоему, блядь. Банан, блядь. Впереди враги, сэр. А я, блядь, уже давно знаю об этом, нет, блядь? Алло, мальчик. Все хорошо у тебя. Что ты стреляешь? Ну, нормально все у тебя? Все хорошо? Он, кстати, мне интересно, он по мне же будет фигачить, да? Или по грузовику все-таки? Я. Ну ладно, блядь. Ай, блядь. Да, 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 танк. Где он, блядь? А где танк? А он. Пам, блядь. Опа, добрый вечер. Как говорится, я диспетчер. Ну все, можно выбирать сразу пульсоры. Давай, сначала по нему фигачим.
Конечно, они только... Они грузовик даже не трогают, самое интересное. Не понял. Прикола. Пам-пар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 ам. А где этот? Ну, кто там с РПГ, не с РПГ фигачил? Где? Да что ты, блядь, делаешь? А где он? Ну и? И? Ха, нормально, взял, толкнул. Все хорошо, блядь. Что ты, ёпты? Так, погнали вперед него. 100%. Она вперед него и башит. Сразу же, моментально. Так. 40 метров, хорошо, и башим. Нет, здесь я должен танк сидеть, как я помню. На, ёпта, тебе тоже. Так, все нормально. Главное, около него ничего это не делать, и все, так будет, и все будет хорошо. Рискнуть? Рискнул. Все, смотри, сейчас пусть проезжает. Ой, что такое? Его вообще, видишь, не трогают, по факту. Его особо даже не трогают здесь, что. О, что такое? На, ёпта. Да, ну, вообще миссия довольно-таки легкая, хотя я прохожу второй раз, да, уже эту миссию, нормально, да? Куда он уходит? Ну, все хорошо у тебя, да, он сзади меня, блядь, если что. Ну, у тебя все хорошо, скажи. Не понял, блядь. Ahead, еще лагерь впереди, сэр. Какой лагерь? А, еще один. Та-ра-ра-та-ра-ра. На, блядь. Sir, the truck is getting away. Но он не уходит, он отстает. Все, это нормально. Да, ты вообще в бок стреляешь нормально, все хорошо. О, боже. Ну поехали, че, ребятки. Поехали. Сначала танки идут. Может, ты стрельнешь? Все хорошо у тебя. По три, короче, нужен. Давай. Где? А, тебя вообще не задело, да? То есть тебе вообще похуй. Ну что ты стоишь там, алё? Может, его, ну... Ой-ой-ой, это опасно, опасно, опасно. Куда ты там? Еще один. Чего, блядь? А, это не... Ну? Ну? А, ну, ладно, понял. Ну, короче, ладно, идите в пизду, ребята. Смотри, скажет, грузовик уходит, ебать, на сколько стоит. Кто там уходит, скажи мне, ну кто? Ну кто там уходит? Танк стоит. Где он уходит? Ну он отстает, ты же понимаешь, блядь. Ну мальчик, успокойся ты уже, ебаный в рот. Уй, блядь. Ладно, повыше заберемся. Алло, ребята. Здравствуйте. На, на газовик вообще им похуй, в целом-то. Sir, the truck is getting away. Он не уходит, не понял, не пизди. Май, хочешь догоню, смотри, сейчас хочешь догоню его, смотри. Опа, догнал.
А можно вообще их, можно просто сопровождать его или что, блять? Даже их не трогать, хочешь сказать? Интересно сделано. Ой, это больно было. Если что так-то. Что такое? На, ёпта. Это все клоги. Молодец. Еще можно их вообще даже не трогать особо так. Просто уворачиваться от них и все. Потому что особо они даже грузовик не трогают, самое интересное. Ну то смысл этого всего, не пойму. The truck is getting away. Еще скажете, ну все равно уволю, блять, понимаешь, уволю. Еще танки, блять. Ах, ну ладно. Да. Не, ему похуй на это, если честно. Хорошо. Так будет правильнее. Все, все нормально, броня. Все, все энергии нормально. Ой, блядь, да что ты, ёпта, хочешь ты? Сигар еще вот с РПГшками, это вообще трэш. Кто, кто еще, кто? А-а-а. Ну что, промазал? Промазал? Давай, давай, давай. А теперь я, хочешь? Там и похуй. Похуй или что, блядь? Ну все вроде, нет? Из такого-то. А, ты еще там. Добрый вечер, что могу сказать. А, танк все равно, да. Ну ладно, похуй. Shall I relay a feed to you? Do it. C Company, move right! Get moving, boys! Take them down! That's Scarlatti. Patch me through. In process, sir. Sir, the truck is getting away. Who is this? Good to talk to you again, Scarlatti. Wait a second. I know that voice. Tony Stark! That's right, and you are in serious trouble. You son of a bitch! My work helped make you rich! You should have never fired me! You know what? I'll do a better job this time. Sir, the truck is getting away. Cash up ahead. I see it. Ой, больно вообще-то, ты в курсе? Да все, все, пока, ёпта. Пока, пока, ёпта. Все, все, все. О боже. Да, игрушка интересная. Да. Ну так для разнообразия, почему нет? О, сейчас здесь босс будет. Мистер Скарлатти appears to be shielded, sir. Attacks are ineffective. That's a hell of a reach, Scarlatti.
Mr. Scarlotti appears to have augmented himself with synthetic muscles, sir. Ну, похуй или что, не пойму, блядь. Да он дурачок, ты видишь, блядь? Он вообще, ну, дурак. Натурально, блядь. А, сука, попал, блядь. Ну ладно. Ну что ты, ну что ты, ёпта? Ну давай, блядь. И сок мне с ним драться так. А, вон его хпшка, да, я правильно понимаю? Что с этим сам сказал, же все. Что? Кого, блядь? А где он? Дурачок, что ли? А, вторая фаза у него пошла. Да, вон его хпшка, видите? Ну вот, где я сейчас, где моя вэпа находится, сейчас вот, вот хпшка, где моя находится. Давай-ка я сделаю сейчас, чтобы он был тоже видно. Что так неправильно, да? Да, так неправильно. Ууу, бля, нихуя. Тут у меня двое, блядь, прикинь. Жестко, да? Не, ну, скажи жестко, да? Так. Как? О, нормально, видно. Даже можем чуть-чуть повыше сделать. Прям щуточку повыше надо сделать. Чтобы, ну, все было, знаешь, хорошо, чтобы все было. Чтобы все хорошо было. Все хорошо, чтобы было. Так, сейчас. Нормально, нормально, порядок. Да что ты, мальчик, ну что ты, ну что ты? Ты понимаешь? Понимаешь, что ты не самый сложный босс, которого я проходил. Ты понимаешь? Ну, ты вообще шаришь за это, блядь, или что, блядь, я не пойму. Ну, ты шаришь за это или как? Ай, боль, дурачок. Ну, я тоже тебе дам ответ. Короче, в пизду, погнали. На, ёпта. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну вообще прям чуть в сторону отошел, нормально все? Ну все хорошо у тебя? Алло. Все хорошо? Ладно, сделаем еще раз тогда. Давай побегай еще, хуля. А, сука, окей. Понял. На, ёпта. Просто моментально отсосал, прикинь. А, здорово. Что вы? А, у тебя одна атака осталась? Давай, давай, давай. Контакт lost, sir. Ла-л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 а. Что, не можешь поймать, да? Не можешь поймать? Смотри, вообще, ну дурачок или что, блядь? Ой, блядь. Да, самый странный босс, знаете. Хотя, может, не самый, но пока что странный босс. Такой. Давай, 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 давай. Ля-л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 я. Я просто на одном месте бегаю. Бля, ты видишь, чувак, ну ты вообще, ну, типа... Ну, как минимум, наверное, самый глупый, блядь, босс, которого встречал, блядь. Хотя, может, нет, хуй, может, есть глупее намного.
Ну это пиздец, что с ним, блядь? Ну все хорошо, блядь. Ну у тебя все хорошо, мужик, ты скажи, все хорошо, да? Просто на одном месте бегаю, это пиздец. Ну что, что? Ну давай, давай. Ребят, вот так вот просто вот, ну, это, ну, изичный босс, наверное. Он, видите, просто чуть отходишь от него на метр, все, он, ну, все равно. Он, видишь, чуть-чуть отошел, все. Давай вот так сейчас. Сейчас, смотри, смотри. Давай. Damage level critical. А что делать? Хорошо. Backup system activated. Одолей Марка Скарлс. Так он изичный, блядь. Чего одолевать-то, блядь? Он просто, блядь, в метре. Просто в миллиметре от тебя просто промахивается. Что это такое, блядь? Что такое? Не люблю выполнять приказы. Что теперь? Я закончил роли. Я только начинаю. Ты просто, ребят, забейте, блядь. Просто забейте. Так, давай-ка я верну сейчас свою вебку, да? Сейчас я верну свою вебку. Просто чтобы, да? Ну, чтобы было привычно, как говорится, да? Ой, блядь. Просто, это, знаете, самый, наверное, из, блядь, глупых, легких боссов, изичных просто. Да, мы на этом закончим, принц, все, такая серия. Это просто трэш, что с этой, блядь. Ну ладно. Спасибо за все, такая серия, принц, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.